Будущее вперед! Ух ты, блядь! Охуеть! А, вон! Я убираюсь отсюда! Что творится? Воу! Бочка! Блядь, в бочку не попал! Друзья, всем привет, вы на канале Nix & Sleep, и сегодня мы вместе с Никитой Хайлербраном продолжаем играть в Destiny 2, и в данном выпуске мы будем проходить несколько сюжетных заданий. Вроде как получилось интересно, весело. И если вдруг вас это заинтересовало, то всем приятного просмотра. Когда напал Красный Легион, типа легче мы сделал? Чуть не лишились Нет. всего, что нам дорого. Нас спасло чудо. Это что за нах? Это новое начало. Это новое начало всего. Ты обосрался теперь. Все по-новому. Правила стерты. Мы знаем только, что нам надо стать лучше, чем когда-либо. Этот маленький уголок вселенной — единственное место, Витя, которое... Витя, что это за дизель запустил? Неважно. Сейчас ролик, блядь, дебил. На нас направлены завистливые взгляды. Это игра! Мы доказали, что не боимся любых захватчиков. Выруби ту хуйню нахуй. Но свет странника пробудил нечто прямо... Не, серьезно, Витёк, я уже спать отсюда. Это миссия! Война. Сука. Война только начинается. И в конце концов. Откуда мысли читаешь, блядь? Только куда мы попали, я не знаю, если честно. И кто-то загорланил. Как ты запустил, блядь? Да я не знаю. Ёпа. Опять мультики. Ёпа. Мультики-путики. Хули мы раньше пошли на эти мультики? Да, я не знаю. Я решил, там интересно стоять на потом. А это ты, да, типа? Это типа я. И кто это такой? Жуткие валуны, роботоубийцы, люди в смертельной опасности. Серьезно, ты еще не устал от этого? Усталость — препятствие на пути к цели. Как и жалобы. А я даже не начинала жаловаться. О! Вот теперь я жалуюсь. Соберись, Сагира. Целься в небо, Бугай. Круто. Кубик, Рубик. Нужна помощь? Снова? Нет, спасибо. Ну? Осирис? Что ты увидел? Притормози. Я увидел мультики. Погоди. Я ведь... О, черт! Они проснулись. Беги! Слева! А в чем они проснулись? Не благодари! Ты вообще смотришь? Угу. Знаешь, я заметила, что из всех возможных реальностей ты постоянно выбираешь те, в которых мы становимся мишенями. Нужно уходить. Если план Вексов сработает, все будет кончено. Сагира, он видит твой свет. Уходи! Нет, я тебя не оставлю. Без меня ты не вернешься назад. Если я не остановлю Вексов, возвращаться будет некуда. Это ради нас обоих. Даже не... Осилия! Я, короче, врубил фильм на полтора часа, мы будем сейчас смотреть историю про Вексов. Вроде как должен быть очень интересно. Нам же некуда торопиться. Чё ты, блядь, сказал? Я не знаю, чё я врубил. Это только первая глава, ёбан. Ну да, их 10. Да ну нахуй, вешаться, блядь. Полтора часовой сеанс будет сейчас фильма у нас с тобой. Приятного просмотра. Я спать нахуй. Смотрим фильм дальше. Да ёбан.
Это очень важно. Это капец как важно. Чтобы ты понимал эту игру, разбирался в сюжете. Пропустить нельзя. Ну, конечно же, нет. А, ну ты же, блядь, точно начальник тут, блядь. Спасибо, что пришёл. У тебя покажен я или ты? У меня есть новости из Меркурия. Я, окей. Странные вести от культистов, упорно живущих в развалинах. Обычно я игнорирую их теории заговора. Но один из тайных людей нашел это. Мертвый призрак? Она не мертва. Ее зовут Сагира. Я знаю ее уже очень давно. И ее стража. Осириса. Того самого Осириса? Стража, которому нет равных? Героя шести фронтов? Завалы да завалы? Завала бы не оценил твое сравнение. Большинство стражей не произносят имя Осириса. Единственного командира авангарда, изгнанного из города. И того, кто показал мне, что значит быть варлоком. Мы нашли Сагиру на Меркурии. В тот же момент произошел всплеск активности вексов на планете. И ты думаешь, что в этом замешан Осирис? Я должна разобраться. Даже если авангард не хочет. Когда я потеряла свет, у меня не осталось ничего. Я была опустошена. Потом прилетела ты и помогла мне вернуться назад. Мне снова нужна помощь друга. Лети на Меркурий и возьми Сагиру. Последователи Осириса могут знать, что означает ее появление. И пока что держи это в секрете. Не хочется бросать тебя со стены. Это была шутка, да? Да, это шутка. Наверное, но это не точно. Ну, то, что полтора часа фильм смотреть, это не шутка. Так что можешь пока сходить за колы, попкорн купить. Странник превратил Меркурий в большой сад. Он был настоящим раем до прихода вексов. Они заменили ядро планеты на сеть своих машин. Мы называем ее Бесконечный лес. Это непрерывно растущий лабиринт реальности. Там нет двух одинаковых дорог. И оттуда похуй мне, как вы называете. Осирис стал одержим этим лесом. Ты проявляешь свое неуважение. Ты охренел. Добро пожаловать на Меркурий. Знаки поведали мне о твоем прибытии. Какое совпадение? Мы тоже следовали знаком. И под знаками я подразумеваю факты. Это тоже знак. Я брат Венс, последователь Осириса, хранитель маяка, главный архивариус запретных истин и оракул пророчеств. Тебе нравится? Это пиздец какой-то. Наслаждайся. Сейчас еще будет дальше. Намного смотреть. Тут, короче, будут про детей этих фиксов рассказывать, потом про внуков. Потом будут про наших внуков там рассказывать, там, про наших дедов. Про всю историю планеты. Я спать пойду. А чё? Ничего, блин. Это же так увлекательно. Врата. Новая миссия. Найти врата в бесконечный лес. Недалеко от тебя врата вексов. Осирис изучал их многие годы. Он был уверен, что это дверь в бесконечный лес. Единственный шанс найти Осириса — открыть эту дверь. Врата. Икора Рей, величайшая ученица Осириса. Брат Венс, величайший фанат Осириса. А, вот мы где. А-а-а. Только я не понимаю эту карту. Ты уже убежал, да? Блин, ну тут просто красиво и атмосферно. По-моему. На нахер. Вот теперь я чувствую себя богом. Ну, чувствовал точнее. Он что-то убежал. Ебать. Ебать. Что-то убежал. Ебать или что?
ебануться, конечно. Вот это высотище. Красотища. Жестко. Это жестко. О, и я еще выжил. Какие-то они вообще тут изящные. Может, вернемся туда? Обратно? Пошел нахуй. Я их с ножа бью вообще. Так даже скучно. Я готов, если ты готов. Я тоже готов. Спать идти. Да, спать тоже. Хотя нет, не готов. Ой. Мы не можем пройти через врата. Чё, блять? Может, если мы разбудим призрака Осириса? Чё за херня? Какой нахер призрак? Иди нахер. Осирис. Его призрак у тебя? Сагира? Сагира. Прошу, пожалуйста, принеси ее ко мне. Нет, не принесу. Вождение ограничено. А, возрождение ограничено, окей. Вождение ограничено. И где? Куда его нести надо, ёпта? Их тут слишком много. Я не хочу их всех бить, я хочу просто взять да пробежать. Бац! Охуенно. Вон туда. Кубик какой-то. Странный кубик, который питает эти ворота. Заебись. Серьезно. Я ж тебе с ножа уработаю. Блять. Где он? Сука, гандон, а. Ты чё, наш? Ой. Опасно, сучаныш. Покатилось все. Дайте мои осколки. Вон, уничтожь тот модуль. Вексы, вышедшие из разных временных... Новая цель, принести Сагиру в Квенсу. Это плохо. О, Венс, Венс. Здорово. Спасибо. Не знаю, что бы я делал, если бы Осирис не послал тебя ко мне. Да. В знак благодарности последователи Осириса помогут тебе оживить его призрака. У нас на земле есть скрытый храм. Отнеси туда Сагиру. У него треугольники в тетради. Я сообщу последователям о вашем прибытии. Треугольники, ромбики. Теперь на маяке безопасно, и мы сможем начать подготовку к возвращению Осириса. Сбываются все утерянные пророчества. О. Я скоро встречусь с самим Осирисом. Ты идиот. Триумф завершен, миссия. Завершите миссия врата. Хранитель маяка, встретись с братом Венсом на Меркурии. Ты где опять? Ты куда опять улетел, ебаный? Я на башне, присоединяйся ко мне. А лед и тьма? О, лед и тьма пошли. Марс. Место первого контакта человечества и странника. Здесь покоится заброшенный исследовательский комплекс Кловиса Брея и другие сокровища Золотого века. Все это веками было погребено. О, хера, у меня черный экран. У меня тоже. Но свет пробужденного странника так же распространился по поверхности Марса и разбудил то, что давно считалось. Окей. Мертвым. Окей. Мы на Марс попали, да? Каким-то хером. Красная война закончилась, но войско Голла, точнее его остатки, ищет ресурсы по всей системе. А теперь, когда военные спутники падают с орбиты на Марс, туда последует и Кабал. Ввожу нужный курс. Ты решил, короче, по основной квестам пойти? Это наверное. Йоу, сигнал бед. Авангарда 0306. Не трожь призрака, ледяная. Страж просит подкрепление. Повтор. У тебя моя тянка стоит или твоя? Нет, моя. Исключительно для официальных дел авангарда. Слушай, я не знаю, кто ты. Тебе достался призрак зануда. Зануда? Да, ну да. Загружаю координаты зоны посадки. Зануда. Хорошо, но ты будешь нам должна. Ну мы здесь не были, я так понимаю. Я бы не позвала вас, если бы это не было необходимо. Нет. На этой планете находится самое опасное оружие в системе. И армия Улья пытается его уничтожить. Угу. Мне нужна помощь. Лады, посмотрим. Оценим.
О, олимпийский склон, кратер Аллада. Мы на поверхности Марса, Страж. Доложи обстановку. Ебать. Ты в безопасности? Пока да, но между нами и комплексом Кловиса Брея очень большая небезопасная зона. А мы как раз туда и направляемся. Что такого важного в этом комплексе? Сука. Военные спутники, как тот, который чуть не сбил ваш корабль, падают с неба с того типа дня, нельзя когда транспорт не было на Марсе. Это может значить только одно. Хочу покататься. Распутин? То самое величайшее оружие Золотого века, о котором ты говорила? Распутин? Но... Путин. Распутин. Нет ничего невозможного, когда дело касается Распутина. Заебали с ним Распутиным. Какой нахуй Распутин? Вы что, литературу перечитали? Ой. Сука. Они вообще изи. Самое интересное, больше силы нельзя было поставить, только это. Ой-ой-ой, не-не-не, их много. Их так-то много, сука. Ты бы меня прикрывал. Я-то послабее тебя. Нахер мне это надо. А, бойцы Ули, они мне нужны. Они мне, сука, нужны. Я помню, у меня был такой контракт. А... Повелитель тысячи армий, уничтожьте Зола, пока он не уничтожил всю планету? Нажми карту, что это такое? Мы сейчас в лёд и тьма. Я чуть нифига не понимаю. Карту нажал? Да. А почему там какая-то еще херня? Не обращай внимания, это... Сейчас мы проходим с тобой, типа откроем эту инстанцию, потом мы с вами можем переместиться, и тут выполнить квест или что такое. Сейчас, подожди. Понял. 9 косарей крит. Ебать. Вот это фар. Сука, не убьешь. Ой-ой-ой, нифига. А, он изи. Я вот с ножа шотнул. И вас с ножа, и всех с ножа. Страж, убей! Ой, блядь. Ой, блядь. Вот они взрываются, а он, конечно, охуенно. Ну да. Взрывы у них, алах-бабах. Запутался, я правда, думаю, я. Что пора позвать на помощь авангард. Это плохая идея. Завале не понравится, что мы так близко к комплексу Брея. Завала. Он хочет, чтобы прошлое оставалось в прошлом. Но мы должны разобраться, что происходит с Распутиным. Ледников на нос. Ну, что-то взорвалось. Ты где? Что это было? Бегу. Догоняй. А то тут это... Оба, возрождение ограничено. Так что ты подыхай. Ну я постараюсь, ты за собой следи, клан. Ты пока я сам умер. А я еще держусь. Не все валит, а валит. Че так много-то, а? Вас очень много, много-много. Обосраться можно, можно. Я буду идти один до конца. Я выживу. В этом суровом, сука, мире. Только я смогу это сделать. Больше никто. Да, сука. Так, а где я? Где я уже? Куда-то зашел. Какой-то завод. Двойные двери. Компьютер. Э? Оу! А вас не было! А вас не было! Вас тут не было, мрази! А, вот еще. И какой-то пончик появился. Очень большой. Сука. Ух. Вот это жаришка. Жаришка. Жаришка в одного тащить. Ох, какая жаришка. Ух. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Последний.
Че, тебя ебут? Мне плохо тут. Не, ну, вроде просто. Хорошо, но вроде плохо. А на нахер. Я тащу как могу. Да откуда их так много? Я в ахуе. Я как еще один... А, блядь, ты еще на мост залез. Я еще один могу тащить, понимаешь, насколько я крутой. Так что я не бесполезный. Сука, вот, вот мелкий бесит, который убегает. Еще и взрывается. Охуенно, меня взрывом убили. А я так охеренно держался. Ты бы видел это. Там боссик, он почти сдох. Да я его уже снайпер убил. Ну вот, заебись. А нет, ты его не убил еще. Теперь добили его. Цель достигнута. Ух. Владелец кубка. Страж, ты еще со мной? Мы в порядке. А у меня запасов-то нет. С тобой, с тобой. Мы нашли исследовательский комплекс времен Золотого века внутри ледника. Встретимся у входа в комплекс Кловиса Брея. Блин, ну они угорают, конечно, что тут транспорт нельзя вызвать. Это просто какой-то бред. О, касцен. Мультики. Ура! 250 опыта клану. Ура! Оу. Да. А ты кто такая? На брей. А, вы добрались? Да. Да. Удивлена. Там было полно врагов. Но вы справились. Да. Я их поимел. Да. Идем. Глянем, что здесь есть. Идем. Кроме бесконечных хорд ледяного улья. У него волк на спине, да? Или собачка? Собачка вроде. А кто она такая? Титан? Анна Брей. 10 минут, но если бы ты бы не АФКшил, мы пришли быстрее. Ну да. Ну, а кто знал-то? Ну, кто знал. Типа мы Марс открыли или что? Я ни хрена не понял. Да. Чё-то... Как-то тут интересно, поручения идут. Пункты назначения. Нажал, значит, авангард. А нас отправили на Марс. Ага. И теперь только воспламенение доступно. А так у меня был выбор. А нет, и есть выбор. Мы делали лед и тьма. Туз в рукаве у нас закрыт. Бесконечность не придет. Пришло время войти в бесконечный лес и найти Осириса. Будьте готовы к чему угодно. Ну пошли в бесконечный лес. Осирис. О. Войти в бесконечный лес. Ну, вот это мы, по-моему, уже сделали. Да? Да, по-моему, мы это пытались сделать. А, мы это не сделали. Вроде не сделали. И где ты? Я бегу. А какого хера ты далеко? Я не помню. Ты должен был быть со мной. Куда ты, блядь, бежишь, дебил? Я? Не знаю. Не знаю. А, все правильно, я прибежал куда-то. Новое измерение. Все правильно, я бегу. Возвращение домой. Я в третьем измерении. Тут никого нет. А, ну вот и ты. Как-то тут страшно. Че, блять? Мозги не еби, беги. Сука, я опять себя слышу, меня это заебало. Охо, терпи. Чтоб завтра купил новый микрофон. Пошел нахуй. Не ебет. Осирис адаптировал технологию леса для своих целей. Осирис! Мы встретимся с его отражениями. Они копии. Его самого. Он создал их для того, чтобы изучать несколько путей одновременно. И да, я понимаю, может показаться, что Осирис страдает нарциссизмом. Не волнуйся. Так и есть. Сука. Тупой нарцисс. Нам бы это только выход найти, а то что-то тут лабиринты лабиринтами. Ну, кубик я вижу, но он неуязвим. Да? Все? Я что-то сделал.
Молодец. Добил его. Осирис должен быть где-то здесь. Нам надо туда? Да, так. Сагира, что ты здесь делаешь? Ой. С тобой кто-то не знаком. Не туда. Дебил ведь. Она. Нам надо наверх. Она подруга Икоры. Надо было предупредить. Блять, нахер мне это. Сука. Блять, еще что-то. А вот, блять, лестница появилась, ебаный стыд. Сука. Значит, надо было все-таки туда. Ну я говорю наверх. Передай. Сагира вернулась. Сагира. Флешбеки. Сагира, блять. Осирис отослал тебя ради твоей же безопасности. Это слишком большой риск для всех нас. Ух. Можно тебя подчекать. Я ему нужна, я буду век ему верна. Новые линии времени расширяются. Мы должны создать это. О, они клонировались. The best. Вон там еще флешбеки. Уже почти поздно. Какие-то очень сомнительные задания нам дают. Ни одного еще врага не дали. Мы просто бежим куда-то. И все. Что значит почти поздно? Мы изучаем. Должно быть, что-то пошло не так. Сагира, ты не можешь пойти к нему. Сагира. Почему? Он что-то нашел? Да. Что могло так напугать Осириса? Ой, чё упал. Это бесконечный лес. Программа-предсказатель величиной с планету, одновременно симулирующая триллион реальностей. И все это ради единой цели вексов. Да. Вексы они такие. Новая цель. О, прыгать на новую цель. Оба-на. Изучать новую вексы цель. Симулируют здесь реальность будущего. И да, симуляции настолько реальны, что могут убить тебя. Пиздить новую цель. Тупые симуляции. Пиздите, никакие это не симуляции, это все по-настоящему. Я уверен. Пиздит они бой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, нихера. Они много дамажат. Не расслабляйся, это симуляция всего лишь. Всего лишь тренировочное поле, которое может тебя убить. Ну да. Охуенно. Как думаешь, тебя будут симуляции не должны так работать? Должны, блять, они тебя же тренируют. Ну не убивать же нахер. Они тренируют, но не должны убить. Это для истинных хардкорщиков просто локация. По-любому. Вот так. Бадас. Бадумс. Ой, блять, это промаз. Где он хп восстанавливал? Мразь. Их только с ножа надо. Они по-другому не понимают. А, еще же у меня есть добивание. Блять. Хотел добивание сделать. А, конечно. У меня там какие-то испытания. Подожди, дай-ка я посмотрю хотя бы. Че вообще мне надо сделать? У тебя сейчас не получится, это надо время налетов, а не только делается. Во время налетов только? Ну да. У меня есть... Ну, что так круто. Добивающие удары 0 из 1500. Угу. Это только налеты. Бля. Сука, мне все кажется, что если я не буду под себя стрелять, я не умру. Ты тоже умер, да? Да, я из-за тебя умер, блядь. Да, из-за меня, пиздишь. Ну потому что, блядь, ты взрыв меня оттолкнул. Как оттолкнул? Ты вообще там от них прятался. Бля. Все. Ой. Ну заебали. Что за херня? Что за херня, блядь? Пиздец, даже не дайте мне мобов попиздить. Все, прочихался? Да, прочихался, стало легче. Едем дальше. Открываем. Только куда нас? Давай, апчи, блин. Нет, хватит, апчхой. Апчхой хватит. Надо тащить. Вот так.
Вот так. Ты упал. Ой, там глаз. Иди, иди, блядь. Стой. Ага, я ушотнул. И тебя ошотнул. А, у тебя это что-то плазменная винтовка. Нет, она не плазменная, она, по-моему, обычная. Ох ты ж, блядь, ты чё за нахуй? Это я так пыльнул. Я думал, ты просто пухнул. Не. Пукать нельзя. Пук — это твой лучший друг, не мой. Вон тут трава. Чё за пиздец? Нихуя тут. Тут наша трава. Симулированное прошлое, стеклянные поля. Сначала я покажу тебе, где все это началось. Травка ёпан, желтая, Меркурий. Красиво. Много веков назад. Оля, заебись. Охуенно красиво. Здесь да, лисы но... посадили семя, которое превратилось в бесконечный лес. И его разум Паноптес. А, конец карты. У Паноптеса только одна цель. Изменить реальность в пользу Векса. И только Вексов. Вексы. Все это началось с одного Векса. Закончится ли это с прибытием одного стража? Да, не знаю. Почему-то тут границы карты. Что нам делать? Я уже телепортировался. Ага. Куда? Ну там треугольник он же показал, нарисовал. А. То есть... А, окей. Ну, мне вообще мне нравится локация. Теперь я понимаю, почему он создал столько отражений. Ну, я бегал, да, этого достаточно. Мы пытались безуспешно избежать этого развития событий. Всех наших сил хватает лишь на то, чтобы просто его заметить. Да это даже переход но красивый. Тебе нужно увидеть это. Блять, обезьяны ебаные глазами. Скажи мне, страж, ты видела, как проснулся странник? Не видела. Воскрешение странника все меняет. В этом есть и плюсы. На нахер, ворвались. Все. Да ты достал убегать от меня. Осирис записал утерянное пророчество, чтобы предупредить других стражей, а его изгнали. Но будущее изгнать невозможно. Это все, конечно, очень интересно, но локации очень красивые. Прям, блядь. Ох, какие хорошо. Красивые, сука, локации. Хорошо игру сделали, вообще классно. Пиздато. Мне нравится. Ну? Просто пиздатенько. Ла-ла-ло. Ла-л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 а. Блин. Мне бы пушку одеть какую-нибудь бы. Зелененькую хотя бы. То я сейчас с серой бегаю. А серый такое себе удовольствие. О, я взял 7 симуляций. Какой 7 симуляций? Будет там, подожди. Какой нахер 7? Вот оно. А что это такое? А зачем оно? А еще ебу, что ли? 3 штуки чего-то дали там. Я не понял. Я тоже. Но главное, я его забрал. Не, ну я его тоже забрал. Не, засчитали. А, я сокращенку вижу. А, вон еще 7. Семечка. Бац! Где босс? Вот, я тоже 7 нашел. Зачем они нахер только нужны? Бежим! Беги, блядь. Беги, Вася, беги. Вот транспорт, транспорт, сука, дайте мне транспорт. Нормально большая локация, чего они транспорт не дают? На транспорте это было бы еще динамичнее, интереснее. Мы должны найти и остановить Паноптес. Ой, ты что стреляешь? Но никто из нас не сумел разыскать ее времени, в которой мы добились успеха. Дебил. Увы, не получилось. Наше поражение. Симулированное вот будущее. Будущее, которое нужно Вексу. Будущее вперед! Ух ты, блядь! Чё? Нихера себе. Ой, что-то стало мрачно. Уже не существует. Солнце больше не греет. Все живое погибло. Херово!
Но это было... Я думал, туда надо. Ты наш ключ. Ты можешь это остановить. Здесь стой. Подожди. Около него? Это будущее не настало. Каждая временная линия ведет сюда. Что-то мне это не нравится. Он нас нашел. Я тут не думал. Здорово! Как дела? Иди, блядь. Бить не можем, да? Нет, у него... А. Он бессмертен. Нам хана, да? Нам хана, я так понял, да? Да! Новая цель. Нам нужно охуеть! А, вон. Я убираюсь отсюда. Что творится? Всё. Нет. Фух, я сбежал. Не, я нет. Тут какое-то урево началось. Ну там треугольник есть, так что беги. А, нет, назад не могу вернуться. Все мы, ты, я, Осирис и Кор. Я хотел их поближе разглядеть. Ты сама видела, что... Ты сбежал, да? Не, я умер и потом сбежал. Да, их там пиздец, я думал, с ними надо пиздиться. Ты здесь? Я тоже так подумал, потом такой, ну нахер, сбеги отсюда. Я такой, ушел. Да, ты ебись. Где Осирис? Это прям то, что я умею. Как и все мы. Я все объясню по дороге в город. Так, по дороге в город. Это вся миссия? Все, что ли? Че, блядь, все эти героические сюжетные там, что-то там. 500 опыта клана. И 250. Мы просто побегали, послушали болтовню и ля-ля-ля, и все. Ля-ля-ля, тополя. О, 100 врагов убили. У меня поддержки. 100 врагов убили. Ха. Ровно сотня. Вот это, по-моему, еще не проходили. О, новая миссия Дозор Сирены. Тут я тоже не был. Кстати, это еще не все. Мы добрались до центра управления. Теперь нужно включить подачу питания. А потом заняться флотом. Командир Завала сказал, вы добровольцы? На мне тактика. На Холиды техническая поддержка. Галактика. Операция проста. Проникнуть, нажать на кнопку, выбраться. Охуенно. Слоун мастерица изобразить, что все легко, да? Как-то я странно пошел, и ты пошел по-другому. Мне надо, кстати, будет сейчас оружие поменять, наверное. То у меня говнястое какое-то стоит. Револьвер за место винтовки. А, не знаю. 895. Ух, блядь, новый моб. Ну, револьвер один еще. 800 этого повысил. Погнали, погнали. Буду с револьвером, короче, ходить. Мне уже догоняешь по уровню силы, да? Нет, какой у меня только 800, дурак, что ли? Мы вообще типа на одном должны быть. Если что. Эти стервятники преследуют нас с тех пор, как мы покинули землю. Стервятники, где эти стервятники? Слоун, Аманда, Улей все заразил. Улей. Холидей, придется тебе опять полетать. Нужна воздушная Холидей? Разведка для оценки угрозы по периметру. Да, Холидей. А, ты же знаешь, моему кораблю крепко досталось при эвакуации. Как только дадут свет, обеспечу тебе ремонт вне очереди. Бля. Черт. На нахер. Бац, 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 дзин. Дзин. А, револьвер у меня. Бам! Ой, да, блин, только с него еще попасть надо. Я попасть не могу, мы слишком быстро играем. Мразь. Мы видим преобразователи волновой энергии. Да. Вот теперь нажмите на кнопку и включите их. Включили. Включай. Я уже включил. Часть поршней заработала, но мы по-прежнему в темноте. Блин, револьвер тоже с белыми патронами. Видно, поршни заело. Прости, дружище. Придется тебе вылезти и смонтировать входное решение. Часто впадут. Открывайся. Ой, блядь. Чё это? О, сука. Чё-то бомбануло. Ой, блядь. Опять бомбануло? Я упал. Бомбануло. И ты на этой херне умер? Нет, ой. А чё тут творится нахер? Я бежать не могу. Замедление. Ага. Уоу! Ах, убил. Я сам себя убил. Охуенно, да?
Базуку, где? Что ли, подстегнул? Да, я базука под себя. Ну, все понятно. В принципе, как обычно. Ничего нового. Ну, сука. А вот тут я знаю вот эти приколы. Ага, моя граната решанула. Ло, я не знал про это, я вообще лазеры обходил. Как ассасин такой прыгал. Берешь, кидаешь гранату и все. А, ой, что-то тут... Нет, там прыгаем. Ничего. Там ничего секретного, блядь, нет. Да заебало! Ох, блядь, что-то мимо не отнулся. Да я споткнулся и упал. А, тебе нормально, да? Мне да. Офигенно. Бам. А, глазик. Все, нет глазика. Супер заряд. Нам бы босса уже какого-нибудь бы дали сильного, то что-то хочется размяться. Слышали? Слышали, кто-то пищал. Ух ты ж, блядь, посмотри на воду снизу. Куда? На снизу, на воду, посмотри снизу. А, ну да, она под молнией. Ну, блин. Паш попал. Ооо, да я зачистил. Ну да, я вообще тоже стрелял. Я тоже стрелял на двое вас. Мы добрались до преобразователей. Лады. Посмотри, Титан. Что блокирует заевшие поршни. Начнут двигаться, мы в деле. Мы в деле, в деле. Вот только... Вот так, да. А до туда мы не допрыгнем, я так понимаю. А, вот здесь, точно. Ой, сука! Да! Да! Ой, бля! Ого. Люблю этот паркур. Ой, и чё? Сюда. Нет, сломать можно было. Да ну нахуй. Да, я сломал. Ебать. Да, как-то все сложно. Улей засорил. Я тоже можно. Надо их очистить. Да. О, я гений. Свободен. Видишь, мы очистили. Это все вкусно. Хорошо, но... У нас тут все так же темно. Так, придется тебе еще побыть уборщицей. Может, по шесту надо? Нет, по шесту не надо. По шесту не надо ходить. Там опасно для здоровья. Не, просто он это, слишком маленький. Слишком маленький для нас обоих, да? Ну-ка, а я хочу все-таки. А, все понятно, он для декорации, по нему нельзя ходить. Да он еще на электризован-то, что даже если можно было, я бы только ему ебал. Что я не знаю, он там, по-моему, оболочка какой-то был покрыт. Что, может, мне бы повезло бы. Ой, бля. И куда теперь? А. Сюда. Окей. Я слепой не заметил. Отремонтировать конвертеры. Один из двух. Бац. Люблю с ножами. А просто, может, даже не мучиться, просто нажимаешь штаб и сразу найдешь. А, точно, 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 точно. Точно забыл. На нахер. Ну и где? И где тут почистить надо? О! Последний поршень очищен. А куда теперь? Центр управления все так же. Значит, проблема не только в поршнях. Придется лезть внутрь. Дальше, к предохранителям. Сюда. Все подключения идут через центральную платформу. Как тут все сложно-то, однако. Да пиздец, тут какой-то, я не знаю... Паркур нереальный начался. Кто-то опять пищал. Ух ты ж, бля. Это она пищала? Или он? Бац, бац, все. Это она пищала. Бац, бац, карабац. Ой. 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 Их тут много, стой, 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 их тут очень много. Просто дохерища. Ой, ну, гранатомет решает. Предохранитель должен быть где-то там. Найди его и переключи. Как я и сказал. Сука, гранат. Сейчас откат идет. О. Красиво. 100%. Все достигну. Дальше что? А дальше? А, во. Да, есть питание.
разве туда, думаешь? Образцовы сработали, ребята. Сейчас, я думаю, туда но надо будет бежать. Нам еще нужно разобраться с перехваченными сообщениями. Вот это хрень за... Все? Все, что ли? Обычный день в башне? Женщина чуть... Они достали нижние сообщения быстро прокручивать. Я не успеваю прочитать. 500 опыта клана дали. Круто. 250 и 500. Какого хера ты их всегда больше убиваешь? Ну, в принципе, ты... Хотя, блядь, я не знаю. Блядь, ты же этот повышенный пидор. Все понятно. Нажимаю авангард и выбираю воспламенение, типа. Так. Здесь я, по-моему, тоже не был, да? Сука, я не помню это место. По-моему, не был. Или был. Или не был. Не знаю, сейчас разберемся. Так, был. Сейчас. Ну давай пофиг пройдем, ладно. Мы с тобой тут были, тут Сагира в конце будет трещать, короче. Я все еще сижу здесь со сломанной станцией. Где усилитель связи? Это нигде солнце. Я слишком стар, чтобы нянчиться с тобой, Сурая. Наконец-то. Признал, что постарел. Никита. Выручил разок и теперь будет прибавлять. Нет, это другая, поэтому что-то. Я говорю. Ты, наверное, хотел. Мы это не проходили. Ведь это из-за тебя я посидел. Ой. Да-да, продолжай, старичок. Да-да-да. Вау. Люблю им хэд спал. Ой, блять. Люблю им хэд хотел попадать, да. Но я не попадаю. Чё-то в последнее время. На этом лифте мы можем подняться наверх. Поднимаемся. Включай, блядь. Я нажал уже. Охуенно. Такой лифт надо ставить в каждом подъезде. Придется нахер. Чтобы уебало, я всегда пешком поднимался. Будь осторожна, падшие те еще падальщики. Они готовы сражаться за что угодно, лишь бы прибрать это к своим грязным лапам. Ага. Ага. Так, сейчас без меня проходи потихоньку сейчас. Как обычно. Я всегда должен тащить. Бля. Во, ну у меня, в принципе, неплохо получается. О, как неплохо. Наверное. В теории должно неплохо получаться. Сука. Нет, мужики. Нормально же общались. Все нормально. Я жив. Все переключатели сломаны. Видимо, кто-то разозлился из-за того, что они слишком медленно работали. Это вполне в духе Кейда. Да-да-да. Я возрождаюсь, блять, я ограничено. Найдите другой путь, фак Хатотор. Что-то я не помню, проходил это я или нет. Может и нет. Сука. Что там такое? Да, тут как обычно, мясо. Меня хотят убить, как и я их хочу убить. О, в общем, все взаимно. Блять, патроны кончились. А, ты подъехал. Ты подъехал. Фух. Так, все, вроде. Все вроде забрал. А куда дальше? Я опять перепутал, да? А, надо еще ниже? Да. А что это так? Сучки. Не, мы здесь точно с тобой не были. Я не помню это вообще место. Хотя мне казалось, я все запускал. А, либо мы зашли раз, но меня выкинуло. Нет, что если мы с тобой заходили, я помню эту локацию. Не, начало я помнил, но вот это я не помню. Нет, мы с тобой не были. Блин, ну хорошо. Хотя вроде первую ячейку вот эту вот я запускал. Ух, ёбан, Витя, учи же НАТО. Чё? Нахуй. Чё это хочешь? Европейская мертвая зона? Я её точно запускал. Я даже название помню. Но у меня не зашли. Ты где вообще? Я тут. А чё ты там делаешь? Иду, задание.
Чё так долго? А! Блять! Я очень думал, ты должен ко мне идти. Такой стою, жду, сука. Придурок. Соляные рудники, запретная зона. А вы хороши. Почти так же хороши, как Луис. А чё за Луис? Ты в курсе? Ну, не любовь. Сейчас лифт опять наебнется. Лифт не работает. Падай! Наверное, нет электричества. Падай! А, лифт не работает, наверное, не работает. И мы потревожили падших. Ну да, конечно же. Охуенно. Люблю потревожить падших. А лифт, я так понял, не придет, да? Ну, конечно. Он якобы электричество нет. А сейчас, когда мы их убьем, такие... Бац, электричество заработало. Ну, конечно. Это ж такое, ебать, совпадение. Сучка. Лёль. Шарик. Шарик пошел туда подальше. Там еще один шарик. Я вроде попал. Ну что-то я ему не сношу. Что, такой жирный, что ли? Ну да. Слеем даже. Блять, а какого хера он такой жирный? Что это шарик? Логично ведь? А если это был бы квадрат? Ёбан. О-о-о-о. Чё, ты его шопнул? А какого фига тот был не такой жирный, а хотя он был не боссом? Не, ну это эта пушка наносит 45 тысяч урона. Так что думаю... Офигенно. Офигенно, что он помнит. Давай в лифт. Ходи. Блядь, все, я убил последнего. А, нет, шарик еще. Еще шарик. Я его убью. Или нас будут поднимать. А, я его убил, да? Ой, нет. Бац. Бац. Сука. Бац. Бочка. Блять, в бочку не попал. А, ай-яй. Нет, не попадаю в бочку. Нет, стой. Чё за херня? А, еще что ли? О, я убил еще кого-то. А, так тут еще тут мы обстреливаемся. Да, 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 да. Они типа с нами поднимаются такие, блядь. Пассажиры. Типа все. Отстреливаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, нет. Там не попадем. Попали. И где остановка? Еще. Музычки не хватает. Ну, такое, как в Думе. Да. В Рейдже. Хоторн, мы выбрались из рудника, идем к тебе. Ура! Поторапливайтесь. Так, все, сейчас. Я отошел. Круто. И спасибо за помощь. Ты не так уж плоха. Для стражи воображалы. Я опять должен один потечь. Это самые добрые слова, которые только произносила Сурая. Ты свидетель редкого события. Весело чё? Весело, весело, весело. О, баба. Может, мне не придется проходить? Да, Костена. Моя тяночка. Тяночка. Вернулись, да? Мальчики. Да, вернулись. Кажется, Луис мне проспорил. Луис. Ну что, проверим, работает ли? Так, если я ничего не напутала. Есть входящий сигнал. Да. Стражи, город пал. Если в системе еще остался свет, мы ждем завала вас на Титане. Не теряйте мужество. Завала жив? Если мы выдвинемся сейчас... А он должен был умереть. Даже не думай про Титан. Он вроде в башне стоит. Беженцы все прибывают. С одной стороны у нас Красный Легион, с другой падший. К нам вернулись способности. И чтобы вернуть наш город... Вашего города нет. Хоторн. Да. Это он, походу, в будущее изначально, где у нас уже нихуя нету. Найти меня будет. Наверное, потому что он в башне, с ним все в порядке. Нет, а мы в прошлом, наоборот. Или в будущем.
Хер знает. Если я сам не пойму. Если он выжил, значит мы в прошлом. Почему тут нет просто линии квестов, блядь, таких определенных, блядь? А тут, как, тут как-то по-еблански, там квест сюжетный, там другой сюжетный квест, и ты, блядь, теряешься просто. О, кастерна нахер. Только не говорите, что мы ее видели. Это там, где один жирный дядька убьет другого жирного дядьку. Да, да, да. Просто убьешь меня. Сука, да? Бля, печально. А нет, мы ее не видели, может. Кто зовет себя глашатаем? Нет, 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 оно сейчас зайдет другой жирный дядька, убьет вот этого дядьку, короче, который висит, а вот этот жирный дядька убьет того жирного дядьку. Охуенно я объяснил, да? Тогда как? Я знаю, я охуенно объясняю. Просто дядька. Свет живет во всем вокруг и во всех нас. Можешь заслонить его. Можешь даже попытаться запереть его, но он всегда... Нет, это другая кастана. ...выход. О, да. А странник сам защитит это себя. Уже после смерти того жирного дядьки. Странник. Многие годы я изучал его. Миры, которых он коснулся. Его власть над жизнью и смертью. Мы не такие уж и разные. Твой странник и я. Тебе не сравниться со странником. Никогда. Ты считаешь себя всесильным, всемогущим. Я видел таких. С малого начал. Малым и закончишь. Если странник и правда выбрал человечество по собственной воле, тогда ничто не помешает мне проникнуть в самую его суть, вырвать из него свет для себя и обратить вашу систему в прах. Только те, кого избрал странник, перерождаются в свете. Круто. Да. Это я знаю. Поэтому я захватил вашу планету, и поэтому ты все еще жив. Странник выберет меня, глашатай. Глашатай. Ты мне в этом поможешь. Да, сука, давайте заканчивайте эту ебаную касцену, в которой, блять, они подают кусочками нам информацию. Ты вообще здесь или ты уже умер, пока смотрел? Да тут я, блядь. Я больше тебя убил. Ну да, потому что я отходил. Не надо. Тут вот единственный, наверное, минус, сюжет тут какой-то, блядь, ну, хер пойми. Хер пойми. Просто хер пойми, блядь. Понятно, что одни воюют с другими, но, сука, его так подают по-уебански. Да, согласен.